Всем привет! Сегодня у меня внуки в гостях. Разрешили им телефоны ненадолго, поэтому у них занятия есть. Да? Да. Ага. А вот хочу вас познакомить с их игрушками. Стёп, иди расскажи нам, кто это у тебя кто. Смотрите-ка. Какие игрушки? Растения против зомби называется? Да. Да, это перец. Капуста пульта. А, это перец, наверное, острый, а вон там есть перец. Где? Вот он. Болгарский. Сладкий, да, болгарский. Болгарский, только он огненный, кстати. Горохострел. Огненный? Да, кабачок, подсолнух. Зимняя дыня. Зимняя дыня? Да, ну почему-то она с полосками. Голубая. Кукуруза. Кукуруза, пульта и росянка. Пульт, росянка. И дуб-стрелок. А что это вот горох-то как называется? Горохострел. Горохострел? Ага, а там дуб-стрелок. Да. А это зомби. Угу. Во, какие игры у нас. А это машины, как они называются? Трансформеры? Роботы-поезда. А, роботы-поезда, во. Роботы-поезда у нас. Вот так. Игрушки сами по себе играют, растения. Выросли, стоят, ждут, когда мальчики наиграются в телефончике. Да, мальчики? Да. Ну, ладно, поговорим. А на улице у нас сегодня с утра опять был снег. Вроде как не обещали. А сейчас уже погода стабилизировалась. Снег закончился. Так, мужики вон у подъезда дышат. Вышли на улицу. Дышат кислородом. Вчера забыла включить машинку. Сейчас утром посуду мыла. Вот. А мальчики мои приехали со своими собственными гостинцами к бабушке. Сейчас я им сварю пельмени. Сама делала из курицы, из куриной грудки. Ничего там больше, ни свинины, ничего. Грудка, лук, чеснок, соль, перец. Сейчас буду им варить пельмени. Мальчики, идите мойте ручки и кушать. Один с бульоном велел, другой без. Больше сметанки. Вот так. Все, ложку. Ой, сейчас еще огурчик принесу, порежу. Ага, я вот хотела сказать, вот современные дети. У нас раньше телефонов не было, а у них даже кушают с телефонами. Нет, я не кушаю, в них играю. Не кушаю, играю. Я видос смотрю. Видос смотрим. А мам разрешает и кушать, и играть? Нет, только бабушка разрешает, да? У бабушки можно все. Отрывайтесь, мои хорошие. О, а вот это уже сложно. Чего сложно? И кушать, и играть? Нет. А пельмени-то хоть вкусные? Нет. Я еще не распробовали, наверное, да? Бабушка готовила сама, лепила их. А. Знаешь, почему я не мог в твоей радужной штуке остановиться? Почему? Потому что она пропадает. Она пропадает. Там есть такие штуки, они только радужные. Там идешь, они под ногами пропадают. А-а-а. Вот поэтому я... Ну ладно. Приятного аппетита вам, мальчики. Я отвлекся, я не буду я вас смущать. Thank you.
мальчики мои уехали, и я занимаюсь делами. Скучно, грустно. Как приезжают, прям радость такая, мои хорошие, бабушка, мы тебя любим, они говорят. Я говорю, я вас люблю, мои мальчики. Ну вот, а уехали, машинку поставила, посуду мыть, стирку поставила. Что я еще что-то делала? В общем, пока белье повесила. Так, делами занимаюсь потихонечку. На улицу даже сегодня не выходила. А там то солнышко сегодня выглядывало, то снег шел. В общем, погода переменчивая. Вот. Занимаюсь потихонечку делами.